Еще совсем недавно такой безобидный с первого взгляда медицинский препарат, как Трамадол, спокойно покоился на прилавках аптеки. Сегодня на Трамадол открыта настоящая охота. Охотятся на него, как правило, наркоманы. Люди, не представляющие себе начало дня, без теперь уже просто необходимых таблеток. После того, как в аптеках Трамадол стали отпускать по строгим рецептам и вести предмет на количественный учет, дорога к заветному аптечному ларьку для наркоманов стала закрытой. Трамадол и Траулин отпускаются из аптек строго по рецепту, потому что поставлен предмет на количественный учет. Независимо от форм собственности всех лечебных учреждений и подчиненности. Несмотря на все усилия городских властей, вопрос о продаже наркотических веществ без рецепта врача за пределами медицинских структур по-прежнему остается открытым. Это значит, что приобрести такие наркотики, как Трамадол и все его производные, в нашем городе не проблема. Сегодня Трамадол все-таки считается наркотическим анальгетиком. И точно так, как наркотикам, быстро развивается пристрастие. Вопрос о продаже медикаментов на территории рынка уже поднимался не раз. И сегодня администрация уверяет, что лекарствами здесь уже давно не торгуют. Возможно, открыто нет. Но по свидетельству человека, употребляющего наркотики, здесь все тщательно маскируется. Сразу две палатки стоят. Одна напротив другой. Они раньше там торговали этими лекарствами. Потом их, видно, оттуда нагнали. Так они что сделали? Они вывесили там вещи. И вот в сапогах там у них лекарства, и они с сапог достают, а то и продают. Там, в принципе, товар висит такой, который люди вообще не обращают внимания. То есть там уже конкретно знают, что там лежит. Второй, третий класс приходят туда, что там девчата постарше, наверное, 14-15 лет. Вообще вот такие вот приходят, а им все равно кому продавать. Более всего поражают люди, которые торгуют такими наркотическими препаратами. До тех пор, пока это никого не будет интересовать и никому не будет нужно, мы каждый год будем ужасаться данным статистики в области наркомании. 8 лет назад в Димитрове было выделено место, где должны были поставить памятник. Несколько лет о том, что помнят о его установке, свидетельствовала лишь табличка. В начале этого года архитектор Димитрова разработал 8 проектов. После детального рассмотрения был выбран один. Здесь высажена трава. Вот чуть позже она появится, будет символизировать вот возрождение жизни. Делали памятник всем городам, кто помогал финансово, кто физически. Но базовая здесь была работа единственного в Димитрове кузнеца, который сумел из металла сделать символ Чернобыльской катастрофы. У меня все это сразу представление идет, как это будет. Вот. Я уже вижу это все, а потом это все на бумагу, в макет. Все остальное дальше уже просто. Сегодня на митинге городской голова Виталий Ключко торжественно открыл памятник. Здесь говорили о мужестве людей, которые были ликвидаторами катастрофы. Из Димитрова в первые дни аварии в Чернобыль уехали проходчики шахт имени Стаханова, имени Димитрова Центральной. Те же, кто живет в городе сегодня, считают, что открытие памятника стало своевременным и, безусловно, нужным. 8 лет мы ходили, обивали пороги администрации города. Но, наконец-то, наша мечта осуществилась благодаря Виталию Леонидовичу Ключке. Мы поняли, что у него слова с делами не расходятся. С сегодняшнего дня в Димитрове на один памятник стало больше. Он будет напоминать всем о той трагедии, о людях, которые боролись с ней. Селидовский филиал общества с ограниченной ответственностью «Донбасснефтепродукт» более известен в нашем регионе как Красноармейская нефтебаза, которая еще включает в себя 3 автозаправочных станции. Собственно, нефтебазой назвать территорию предприятия можно весьма условно. Многотонные емкости для хранения нефтепродуктов пустуют уже не первый год. Сейчас, учитывая кризисную ситуацию на рынке нефтепродуктов, здесь работают прямо с колес. Этот ажиотажный спрос, который был вызван 3 причинами. Это повышение цены на нефть российскую. Затем та нефть, которая поступила на Украину, была вывезена за рубеж. И постановкой на ремонт ряда нефтеперегонных заводов послужило к тому, что образовалось вакуум топлива, который послужил, конечно же, дал толчок к повышению цен. На заправках сейчас действительно работа, что называется, кипит. Но чтобы топливо было на автозаправочных станциях, его необходимо привезти. Вот и работают водители бензовозов Николай Надил и Сергей Казаков по 10-15 часов в сутки, а то и больше. Везут бензин откуда угодно, там, где он только есть. Но все равно спрос продолжает опережать предложение. Отсюда и рост цен.
Ремонтные работы в кинотеатре ведутся с осени 2002 года. К сегодняшнему дню уже полностью обновлено внутреннее содержание помещения. А сейчас полным ходом реставрируется фасад здания. И эти работы являются завершающей стадией всего ремонта. Результатом таких изменений должен стать новый, соответствующий евростандартам, вид помещения кинотеатра «Мир». Под эти цели исполком выделил 50 тысяч гривен. В соответствии с договорами, которые заключены с подрядчиками, этот ремонт должен закончиться до 31 июня. Подрядчиками всех строительных работ являются местные фирмы и организации. Военизированная горноспасательная служба Минтопэнерго – одно из старейших спасательных подразделений страны. Сегодня украинские горноспасатели – мобильная служба быстрого реагирования, в составе которой профессионалы своего дела, имеющие в своем распоряжении первоклассное оборудование и средства индивидуальной защиты и спасения. Оперативный взвод 10-го ВГСО, что в Димитрове, одно из лучших подразделений службы. Работают здесь как опытные бойцы и командиры, так и молодежь. В прошлом году случился выброс угля и газа на шахте Гаевого. И в процессе было застигнуто несколько человек, горнорабочих. И в процессе ликвидации последствий, то есть уборки угольной массы, наше отделение нашего отряда попали под повторный выброс. И да, сложновато пришлось, но благодаря высоких фраз, такие не хотелось бы говорить, но благодаря именно умелым действиям наших людей, мы их не потеряли. Это 4 человека Курховского взвода. Ежесуточно заступают на вахту 6 отделений 10-го ВГСО, а это почти 80 человек. Базируются спасатели, понятно, как можно ближе к шахтам – Доброполье, Селидово, Кураховке. Ведь именно от оперативности прибытия к месту аварии зависит успех спасательной операции. Здесь в основном ответственность больше по сравнению с армией, так как нужно ликвидировать очаг пожара или там последствия, спасти людей, вывести на поверхность. Вообще ответственность работы ГВСС сложнее по сравнению с армейской. 10-е ВСО. Я слушаю вас. Все увиденное в этом сюжете – это, конечно же, учебная тревога. И в этот праздничный день хочется пожелать горноспасателям побольше учебных и поменьше боевых выездов. Проверить оборудование.